Мой первый вопрос касается проекта Токеномика. Существует мнение в крипто-комьюнити, что 2019 год будет годом security токена. Хотелось бы услышать ваше экспертное мнение по этому поводу. Второй вопрос. Какие будут основные критерии листинга для проектов STO на вашей платформе? И третий вопрос. Тоже существует такое мнение, что STO рано или поздно скатится в IPO. А какие есть у вас аргументы в пользу STO, что это будет развиваться? Ну, Артем рассказал, да, но я дополню тогда, не будем его дергать еще раз. STO, в принципе, будет развиваться, потому что просто-напросто я думаю, что мир блокчейна и мир традиционных финансов, он сольется, да, в один, рано или поздно, и это начало пути. Что интересно, вы в Европе уже действительно можете выпустить свой токен, например, вы можете выпустить свой токен на как бы аналогичные облигации или банду, да, то есть вы можете, у вас есть какая-нибудь там LLC, да, или там GmbH, вы можете занять деньги у 100 людей, например, да, и выпустить под этот токен, и потом погашать его, например, да, то есть вы там выкупаете его и, там, и делаете ему как бы burn, да, то есть эта вещь уже работает, и так или иначе она будет развиваться. Масштаб ее, я думаю, пока будет невелик, так скажем, да, потому что здесь вы не можете пока выпускать публичные инструменты. Да? Вы можете выпускать только приватные инструменты, которые вы предлагаете ограниченному кругу ограниченных инвесторов. Да? То есть, как бы, то есть вы не можете предложить этот инструмент всем. Это только сейчас начинается. Я бы не говорил, что будет какой-то хайп вокруг STO. Это такой нормальный вектор развития. Какого-то там дикого хайпа вокруг этого в ближайшие годы не будет. Но так или иначе они будут начинаться. Пока это не будет регулироваться с точки зрения публичности продажи, пока у нас не будет каких-то крупных публичных STO, я не думаю, что эта история будет как бы очень большой. Следующий вопрос. Вот из этого сектора сначала. Вот там, на заднем ряду. Да, здравствуйте. Меня зовут. Поподробнее про Восток. Можете привести какой-то конкретный пример, либо уже реализованного проекта, либо ну, близкого к с высокой степени разницы будет реализован? У нас достаточно публичный проект, допустим, с Домом РФ у нас проект по переведению реестра ипотечного на блокчейн, который объединяет в себе разных игроков, банки, заемщиков, банки, кредиторы, девелоперы объединяются в некую систему, которая более прозрачна, более транспарентна, чем тот набор разных реестров, который имеется сейчас. Да? С другой стороны, у нас есть проекты, Transmash Holding. У нас есть проект Transmash Holding, например, который я описывал сейчас. Этот проект по применению технологии блокчейн в предиктивном анализе отказа оборудования подвижного состава, да, когда у вас есть некая система, которая объединяет в себе интернет вещей, большие данные, нейросети и блокчейн. Это очень интересная штука, которая в принципе всем нужна. И вот этот продукт, я считаю, будет очень сильно развиваться, потому что его можно применять практически везде. Со Сбербанком у нас, например, сейчас идет, начинается проект, я думаю, который будет развиваться, это по переведению инфраструктуры цифровых подписей на блокчейн. Это довольно-таки интересный проект, который давно муссируется. Я думаю, что вы легко можете даже нагуглить какие-то цифровые подписи на блокчейне. До какого-то уровня продакшн-системы это не доведено, но сама идея очень интересная, когда у вас система цифровых сертификатов децентрализуется, да? Когда у вас нету как бы Root Authority, да, которая выдает сертификаты и может, в принципе, делать что угодно. И может, допустим, подделать сертификат ее и выдать всем сертификаты там подложные. Да. Это та штука, в которой децентрализация очень нужна. И действительно, она так или иначе будет реализована. Может, не нами, но мы постараемся, чтобы нами. Вот. И ряд проектов можно достаточно много перечислять. Я как бы перечислил разные проекты в разных абсолютно направлениях, которые действительно показывают, что идеи децентрализации, они работают, в принципе, более-менее везде. Это все, везде можно использовать, и это достаточно близко, так скажем, к реальному миру. Давайте дадим спасибо.
У нас очень волнуется мужчина во втором ряду. Давайте дадим слово, попробуем. Нет? Пожалуйста, давайте, придайте там слово. Просто информация об этом тотем появилась совсем недавно, и меня смущает не 1000 вейвс за оплату непонятного подтверждения токена. Допустим, какое подтверждение нуждается мой токен, который имеет в описании ссылку на веб-сайт, а с веб-сайта бэклинк на этот токен. Здесь такой момент. Эта 1000 вейвс, она будет использована в любом случае, или даже когда тебе откажут в сертификации твоего токена? Это тоже некая работа, да, то есть здесь проверяется... То есть в любом случае у тебя эту 1000 вейвов изымут, даже если тебя не сертифицируют. Вот это я не занимаюсь этим проектом, занимаюсь как бы в этом проекте инфраструктуре вейвс, но по логике вещей вы должны заплатить, если вы проходите какую-то верификацию, да, там проверяют ваши данные, юристы работают. Это действительно так, это не фейк, да, то есть действительно швейцарская ассоциация, она существует, вас проверяют, действительно проверяют ваши как бы, личные данные. И кроме того, да, то есть этот вопрос задается часто, то есть сейчас мы запустили MetaToken, он существует в рамках децентрализованного KYC протокола, который реализован на Waves. То есть таких MetaToken может быть сколько угодно, да, то есть любая юридическая контора говорит, я хочу делать KYC для ищущего блокчейн-токенов. Есть протокол, она проверяет данные и пишет там транзакцию в блокчейн, тем самым идентифицируя статус токена. И делайте потом что-то с этим, что хотите. Как бы, да? То есть, в принципе, это только пилот, и будут такие еще, я думаю, как бы, другие организации, которые этим будут заниматься. Возможно, между ними будет некая конкуренция. Кроме того, на Waves будет еще все-таки, у нас давно был так называемый WCT токен. Если, может, кто-то знает, мы всегда обещали сделать в нем голосование, мы все-таки это сейчас делаем, и будет централизованное голосование, которое будет немножко как бы делать децентрализованное KYC, когда комьюнити будет голосовать за issuer-ов токена, да, когда они будут говорить, что этот токен хороший, да, и, в принципе, можно его покупать, да, условно говоря. То есть это некий аналог, который, я думаю, будет бесплатен. Но в любом случае здесь какая-то монетизация, не то что монетизация, а какая-то работа присутствует, поэтому ну, заплатить там кому-то придется так или иначе. Да? Поэтому даже я не думаю, что происходит. Не, ну они же проверяют там ваши данные, документы. Они освещены на сайте, если вы пойдете ознакомитесь. Я думаю, что они снизят цену просто и тем самым снизят градус напряжения, который возник. Я думаю, просто здесь его нет. С другой стороны, это очень прикольно, потому что насколько я знаю, это первый протокол децентрализованного KYC, реализованный вообще, да? Поэтому, ну, это здорово. Да, и... Отлично, здорово. Да. Спасибо. Следующий вопрос. Первый ряду мужчины. Спасибо. Я, во-первых, хотел поблагодарить спикеров. Ближе. Это действительно было интересно. Я микрофон ближе. Рядом, да. С доверием. И, кстати, ближе. Спасибо за 3%. Это актуально. А вопрос у меня следующий. Есть конкретные кейсы, бизнес-кейсы, которые, вот про которые вы говорите, я вот представитель бизнеса, я, честно говоря, ну, 20% понял с того, что было сказано, 80% нет. Но есть бизнес-задача, и ее надо как-то решать. Кому мне прийти, с кем мне контактировать, как у вас есть отдельные команды, которые работают? Вот как это происходит? Сейчас, да, это хороший вопрос, наверное, я забыл сказать. Как всегда, так спасибо. Много разных тем. Ты уже немножко тонешь и забываешь какие-то очевидные вещи. У нас запускается компания-интегратор отдельная, крупная компания-интегратор, которая будет действительно заниматься интегрированием технологий Востока, Waves, в работающий проект. У нас сейчас находится в процессе запуска, мы поднимаем много денег, да, и, естественно, надо на кого-то их тратить, а тратить мы будем их именно вот на создание интеграционной компании, которая будет достаточно традиционной компанией, которая предлагает нетрадиционные цифровые продукты, да, то есть компания интегратор обычно достаточно крупная организация, работают у них там тысячи людей, а я думаю, сразу у нас тысячи не будет работать, там будет работать там 100-200, сейчас работает порядка 200 человек в Waves, мы, я думаю, масштабируемся, вот, но у нас будет новая компания интегратор, которая будет отвечать как раз на запросы бизнеса, в принципе, если у вас какие-то есть понятные запросы, то и сейчас даже у нас есть люди, которые этим занимаются, потому что у нас сейчас очень много проектов, я думаю, порядка 30 проектов идет с различными контрагентами, в основном в России, потому что мы находимся в основном здесь именно с точки зрения реализации в бизнесе наших технологий.
Поэтому всегда можно обратиться. Ну вот к кому обратиться? А, в принципе, здесь есть люди, вы можете к ним подойти, и я вам покажу их. Покажите, пожалуйста. Спасибо. У нас есть еще 5 минут, давайте еще 3 вопроса. Вот, пожалуйста, мужчина в жилетке на первом ряду. Добрый вечер. Меня зовут Денис, я фаундер компании Illustario. Ну, это стартап. Да, ну, первое, что хочу, респект всей вашей команде за то, что вы делаете. Да, очень хороший продукт. Я думаю, что в следующем году у вас еще лучше будет. А вопрос следующий. Мы технологический стартап, да, который получили в России и в Америке патенты на нашу технологию. Да, и вот сейчас мы стоим на некой развилке. Да, как бы рынок ICO, непонятно с ним, что происходит. У нас есть два варианта. Либо идти к венчурам, либо ICO. Насколько вам интересно привлекать хорошие технологические проекты, чтобы они выходили на вашей платформе? Да, и что вы можете для этого сделать, чем-то помочь? Конечно, нам интересно. Сам рынок ICO, когда вы собираете деньги широкой публике, он на паузе находится. Да? Он не умер, наверное, так или иначе. Он ждет... Не буду ничего плохого говорить про людей, которые собрали там много денег, убежали. Но они уже повлияли, конечно, на ситуацию, и тут вы поставили это все на холд. Поэтому здесь, конечно, прямо сейчас какие-то ICO публично делать бессмысленно, ну, скажем прямо, да, никто вам денег не даст. Немножко оно должно переформатироваться и через какое-то время перезапуститься в каких-то разумных рамках. Проекты аналогично нашему фандрейзингу «Восток», они идут, когда действительно люди заходят в проект, они покупают токены традиционными путями, юридически правильно это существует. Да? В принципе, и будет развиваться. И кроме того, мы будем поддерживать проекты. После Нового года мы запустим некоторый Waves фонд, который будет поощрять проекты, которые запускаются на технологии Waves. Это будет, это есть много у многих крупных блокчейн-компаний. Я думаю, нам тоже пришла пора запустить свой Waves фонд и поощрять проекты, которые делаются на технологии Waves. И должен, наверное, как-то там монетизировать это дело. Но здесь, наверное, монетизация не важна, нам важна именно инфраструктура проектов, которые делаются на Waves. Поэтому, в принципе, следите за новостями, я думаю, что всегда можно пообщаться. Вопрос. Дальше двигаемся. Мужчина в салатовой рубашке, клеточек. Спасибо. Меня зовут Олег, я из Петрозаводска. Раз, Александр, это все каверзные вопросы, два каверзных вопроса. Первый. Недавно Виталий Бутерин сделал достаточно необычное заявление о том, что современный блокчейн подходит скорее для криптовалюты, а смарт-контракты просто под собственным весом его же и похоронят, можно так сказать, да? Ну, понятно, что здесь разъяснение лучше спросить у Виталика, но я просто хотел бы вот мнение услышать, да? Это первый вопрос. А второй вопрос. Буквально через несколько дней мы будем праздновать 10-летие биткоина. Все это начиналось как некая такая игрушка шифропанков, анонимные платежи, полная анонимность, деньги, переводы. С другой стороны, то, что вот сейчас мы видим, мне это очень нравится, я с самого момента ICO слежу за проектом, но не кажется ли, что мы возвращаемся опять вот в эту вот регуляторную функцию, да, то есть фактически куда ну, не двинемся, везде регуляция, соответственно, никакой децентрализации. И в связи с этим, как бы, в рамках подвопроса к второму вопросу, будете когда-нибудь в Waves организованы анонимные транзакции? Ну и просто мнение о децентрализации, о настоящей децентрализации и анонимности. Хороший вопрос, кстати, да, очень мне понравились. По поводу того, что говорит Виталик, ну как бы он прав, конечно, но та концепция вычислений, которая в Этериуме возникла, она нормальная, но ее люди воспринимают неправильно. Да? То есть изначально никто не обещал, что Этериум больше является большим, чем он есть. Да? Это система для прототипирования приложений на блокчейне. Она не позволяет вам делать никакие системы, которые вы можете использовать как бы, в продакшене. Она изначально не масштабируемая. Да? Никто не обещал большего. Да? И то, что люди немножко удивляются, что это не работает, никто не обещал, что это должно работать. Как бы, да? Вы немножко там такое смешение понятий произошло, потому что блокчейн сам по себе не имеет никакого отношения к вычислениям. Да? Это немножко не про вычисления. Допустим, понятие там queue incomplete, оно как бы не имеет отношения к блокчейну вообще никакого. Это из другой оперы, это теория вычислений, как бы computational какой-то термин, да, вы его пытаетесь применить к блокчейну. То есть, поэтому
в принципе, вычисления будут развиваться. Мы пытаем, мы почему, допустим, у нас сейчас до сих пор нет, допустим, того, что есть в Ethereum. Потому что мы пытаемся сделать по-другому, это довольно неочевидно, как сделать. Мы сделали половину, в принципе, того, что хотели. Это язык Write, это язык, который позволяет вам писать вычисления некоторые на блокчейне без использования как бы, вещей, похожих на газ в Ethereum. То есть, когда вы считаете циклы вычислений, за каждый цикл вы платите копеечку. Там есть много проблем, и в принципе вы не можете эти такие сложные вычисления делать на блокчейне. Они должны делаться сверху блокчейна, а блокчейн должен использоваться только для проверки этих вычислений, условно говоря. Да? И в Ethereum подмена понятий произошла, когда вы пытаетесь скрестить действительно как бы, блокчейн с вычислениями. Мы делаем это по-другому. Сейчас у нас первая часть языка вышла, сейчас будет вторая, которая позволит сделать нам систему, которая более-менее повторяет с точки зрения функционала Ethereum, но вы не платите за выполнение программ ничего, как бы, кроме стоимости транзакций. Вот. И следующий этап – это именно произвольные вычисления, когда вы используете блокчейн для децентрализации вычислений, когда вы можете доверить ваши вычисления, аутсорсить их кому-то и проверить потом, что вам все посчитали правильно. Эта штука, в принципе, сама по себе к блокчейну, опять-таки, повторюсь, отношения не имеет, но она может использовать блокчейн для верификации того, что все было посчитано правильно. И некий кризис, который мы наблюдаем, в том числе и в Ethereum, он связан как раз с этим, что люди немножко неправильно поняли вообще о чем-то. Да? И сейчас как бы следующий шаг, когда мы уже понимаем, как это должно, в принципе, работать. На блокчейне вы сложные вычисления делать не можете, на самом блокчейне, да? Но что-то можете, какие-то простые штуки вы можете делать. И мы сейчас это запустим, да, с нашей точки зрения, как должно быть. Следующий шаг – это уже сложные штуки, которые используют блокчейн, не работают на нем, а работают с ним. Вот это как бы следующий шаг децентрализации вычислений, который, в принципе, нужно будет сделать, и мы как бы этим занимаемся. А второй вопрос такой был. Анонимные транзакции. Да, анонимные транзакции, в любом случае, они так иначе будут возникать, потому что они нужны не только, чтобы покупать наркотики, конечно же, хотя для этого, наверное, тоже пригодятся, но они нужны для как бы, того, чтобы бизнес чувствовал себя нормально с точки зрения конфиденциальности. Да, никто не хочет знать, что другие люди знают, куда ушли эти деньги свои, да, и никто не хочет видеть... Никто не хочет, чтобы кто-то видел его финансовые потоки. Поэтому конфиденциальность на блокчейне будет развиваться, так или иначе. Здесь, наверное, вопрос, что пока непонятно, как это сделать качественно. Да? Те решения, которые есть, это Zcash, Monero. В Zcash вы, в принципе, не можете делать никакие вещи, связанные с простыми там, вычислениями. Вы можете только, условно говоря, гонять деньги. Да? Нет там смарт-контрактов. В Zcash очень трудно это сделать, непонятно, как это сделать. Да? И вот там есть много проблем. Очень узкий функционал. Вы можете гонять некий токен анонимно и больше ничего делать не можете. Хотелось бы понять, как это можно сделать более красиво технически, тогда мы, конечно, этим займемся. У нас есть время на последний вопрос. В первом ряду мужчина уже давно очень выдержит. Добрый вечер, Саша. У меня два вопроса. Первый вопрос маленький, но он как бы не только от меня. Я смотрел англоязычное комьюнити и русскоязычное комьюнити, поскольку я тоже являюсь достаточно, ну там, не сказать, чтобы совсем крупным держателем Waves, но довольно долго держу, довольно большой пакет. И также являюсь держателем тех самых ВКТ-шек, про которые все говорят. Вот. Вопрос про ВКТшки, он как бы тоже из двух вопросов задает. Первый совсем шкурный, который там в обоих телеграм-каналах звучал там многократно, и хотелось бы, чтобы ты на него ответил. Это как бы пропорция, в которой держателям ВКТ будет как бы распределяться восток. Не знаю, ответишь ли ты сейчас или нет, но, по крайней мере, его задавало там ну, не меньше сотни людей. Значит, второй вопрос, связанный с ВКТ, это... Ну, все-таки, как бы, поясни, какую роль будут играть эти токены. Будет ли это комьюнити токены? Потому что, на самом деле, сейчас функционал нулевой, и люди разочаровываются. Я специально покупал ВКТ в расчете на то, что этот токен будет развиваться. Сейчас тоже, в общем-то, разочарован в этом и как бы на грани того, чтобы слить это все.
Ну и самый главный вопрос, Саша. Рано еще продавай. И самый-самый главный вопрос. А он вот про что? Он про, как бы, я думал, что его задаст кто-то другой, но мы давно знаем уже друг друга, поэтому я, так сказать, попрошу честного ответа, он неудобный. Он про децентрализацию и про централизацию. Что я вижу? Что видят многие держатели Waves? Технологически все супер, все замечательно, ракета взлетает. Были люди, которые поддержали тебя там с самого начала. Но что мы видим? Токен-холдеры Waves не являются сособственниками тех технологий в справедливом объеме, в котором как бы является собственниками Waves та команда, которая является, собственно, носителями интеллекта. Да? Что мы видим? Мы видим токеномику, мы видим Восток, и мы видим, что те деньги, которые туда наливаются, они вот 3% на самом деле, но технология та же. Технологии, которые трансферятся и в Восток, и в токеномику, это та история, которая... А это очень важный вопрос. Вот этот главный вопрос, я хотел бы, чтобы ты честно на него ответил. Кто хотел заработать на Waves, он заработал на Waves. Да? Это я не имею в виду себя в данном случае, да? Условно говоря, да, то есть начнем с этого. То есть я не чувствую себя, скажем, что как бы... То есть я очень сильно что-то кому-то должен, да. Я как бы хочу дать людям то, что им нужно. Я хочу, да. Значит, что им должен. Я захочу как бы это сделать. И как бы, мы работаем для вас, да, на самом деле. Blockchain for the people. Это как бы слоган Waves, который существует 2,5 года. Мы работаем как бы для людей, на самом деле. Я считаю, это не фейк. Можете не верить, но как бы нам важно сделать то, что нужно людям. Вот. Как бы в этом наш смысл существования. Так, не больше, не меньше. Это немножко странно звучит, но это правда. Да? Вот. И по поводу ВКТ, немножко там затянулось, потому что очень много изменений. И действительно, здесь немножко хаотично все происходило, вокруг этого хайпа. Мы этот продукт немножко не докатили, но сейчас его абсолютно точно докатим. Он будет продуктом голосования на Waves. Вы можете голосовать в том числе, это будет централизованный KYC для issuer токенов. Вы голосуете за, как бы, проект, что он нормальный, да, то есть некий аналог, возможно, как это называлось там в обмане, бизнес левел, да, то есть что-то такое, похоже на эту штуку, то есть она будет делаться на ВКТ, это точно будет сделано, то, что как бы подразумевалось с VCT, оно как бы и будет сделано, немножко позже, чем хотелось, ну, как бы, действительно, надо извиниться, но мы это абсолютно точно сделаем, в первом квартале 2019 года будет голосование, оно будет детализованное, в принципе, тоже таких голосований никого нет, и, кстати, блокчейн и голосование – это очень интересная тема, которая будет развиваться. Вот, такой еще вопрос. Они сгорать будут, да, эти токены? Почему? Они, как у всего комьюнити, сгорать не будут, вы просто им голосуете. Да? У вас есть децентрализованное приложение, и вы голосуете, имея этот токен, голосуете. Значит, естественно, сейчас как бы мы как бы... некий консенсус с комьюнити поймем, да, я думаю, что WCT токен будет давать вам дополнительное количество BST токенов. То есть вам нужно будет иметь Waves, но если у вас есть WCT токен, вы получаете больше BST токена. Вот так. Мне кажется, такая логика будет правильная. На этом закончим сессию Q&A.